Перми 17 сентября определили самую красивую девушку экстремального ведомства. Мисс МЧС России 2013 стала Софья Иванова из Санкт-Петербурга. Второе и третье место увезли москвички. Наш город представляла лейтенант внутренней службы, инспектор отдела воспитательной работы, психолог и просто красавица Александра Тощева. Вернувшись в Иваново, девушка в буквальном смысле сразу попала на бал. 21 сентября у Саши была назначена свадьба. После дефиле по Гагаринскому дворцу Перми ивановской невесте предстояло пройти в ЗАГС. Спасибо поддержке нашего города Иваново, что поддержали лучше остальных городов. Лучезарная блондинка сразу полюбилась всем интернет-пользователям. Саша получила специальный приз за фотоконкурс. За ее снимок в сети проголосовало более 23 тысяч человек. За звание мисс МЧС боролись 20 красавиц со всей страны. В течение 4 дней девушки сдавали нормативы, маршировали на плацу, соревновались в знании устава. Для красавиц был подготовлен настоящий экзамен из 150 вопросов о Министерстве МЧС и истории противопожарной службы. Строгое жюри штрафовало участниц за слишком высокие каблуки, не по уставу пришитые шевроны и яркий макияж. Участницы здесь в первую очередь офицеры и уже потом красавицы и умницы. Были соревнования, связанные с медицинской подготовкой, с строевой подготовкой. Также были конкурсы творческого характера, спортивного характера. Вот. И нужно было продемонстрировать все свои знания, умения, навыки в этих сферах. Не каждую невесту выносят из дверей ЗАГСа под звуки барабанов. Саша – исключение. Разделить счастье молодых в этот день пришли коллеги из противопожарного института. Молодую семью они встретили победной дробью. У нас тут форс-мажор случился такой, что она уехала, не могла. Все взвалилось на мои плечи и пришлось все мне делать в сущности одному. Но я справился. Сами видите, все хорошо, наверное, прошло. Пока что идет у нас. Так что, думаем, дальше будет еще лучше. Девушка шутит, что региональные конкурсы соревнования за звание мисс МЧС России были последними в карьере Александры Тощевой. Теперь к новым победам будет стремиться красивая девушка и заботливая жена Александра Тихова. Мария Смирнова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.